Руководителя лучших казахстанских предприятий наградил и премьер-министр Бакыджан Сагынтаев. Так премию «Парыз» присудили 20 компаниям с самым передовым опытом в области охраны труда и социальной ответственности перед работниками. Награды вручили в номинациях «Лучшее социально ответственное предприятие», «Лучшее предприятие в области охраны труда» и «Лучший коллективный договор». За право стать обладателем премии «Алтын Сапа» боролись более сотни компаний. Из них почти 20 получили престижную награду. В рамках ежегодной церемонии награждения также отмечены обладатели специальной премии «Скер» и победители конкурсов «Лучший товар Казахстана» и «Олы Дала Еле». Целый год мы проводили конкурс. В соответствии с указом президента мы являемся организаторами конкурса. Цель этого конкурса – выявить самые хорошие, лучшие предприятия. Мы практически представлены все отрасли экономики. Они занимаются тем, что производят товары производственного назначения, товары для населения, продовольственную группу товаров. Очень большая группа предприятий, которые оказывают услуги. Это совершенно различные услуги, от медицинских, лабораторных до образовательных предприятий.